Армянский командир одного из батальонов покинул поле боя во время войны в Карабахе. Это привело к гибели военнослужащих. Многие получили ранения и попали в плен. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета Армении, передает канал 13 со ссылкой на спутник Армения. Из материалов уголовного дела следует, что офицер армии Ваганян в ходе боевых действий не выполнил своих функций, отказался подчиниться приказу своего непосредственного начальства, самовольно покинул поле боя, в результате чего личный состав батальона понес потери. На основании полученных доказательств Ваганяну предъявлено обвинение. Он арестован. Предварительное следствие продолжается.